Прямо чи влево? Прямо. Прямо. То не их, то сам по себе БТР. Расстояние 1817 метров. 1817. Берег нормально? 24,79. Рядом с... What a beautiful sight. Все, повторим. Красота. Моща. А прикинь, 240 АБ выпустили, блядь. Сегодня какое число? Число какое сегодня? 29-го. Да нет, 30-го. 30 августа 2014 год. Ну что, нормально снял? Да. Вот они, наши красавицы. Это сентября 14 год, Башкировка. Так, вот это вручную мною выкопанный окоп. Да то я на запись говорю. Где
11 сентября 2014 год, пятый день пребывания в зоне АТО. Соты с разбомбленного неподалеку улья. Моемся салфетками. Моемся салфеткой, купаемся двумя. Зачуханные такие, что в населенные пункты пускают только с автоматом на перевес. Пятница, 12 сентября 2014 год. Под городом Счастье. Минут 10 назад рядом рванула мина. В связи с чем мы при параде. Давай. 12 сентября 2014 год. Анекдоты, рожденные в окопе. Если солдату хочется прилечь, это либо к дождю завтра, либо к граду сегодня. Из 14 сентября 2014 год. Сегодня в час ночи на нашу батарею вышла разведывательная диверсионная группа противника. В 3 часа ночи часовые дали бой. В то же время батарея снялась с места, с лёжки, передислоцировалась в этот район. С нашей стороны потерь нет среди разведывательной диверсионной группы, скорее всего, один погибший или раненый. Да. Место нашей предыдущей дислокации сейчас выгорает. Так, 23 сентября 2014 год. Мы передислоцировались на новое место. Заодно вернулся старшина с подарками от волонтеров. Места прямо как у нас. Хотя мы находимся не под Харьковом. Если фамилия написана, тогда заберете. Если нет... 24 сентября 2014 год, 13.07 по Киеву. Мы на новом, да, местоположении. У нас новые бушлаты, новые палатки. Спасибо волонтерам. Вон мой бронежилет висит. Тоже спасибо волонтерам. Массеть. Автомат. Это нам государство помогло с котелком. Ну, в общем, по сравнению с предыдущим местоположением, условия просто царские. Сосновый лес вместо сплошной лиственной зеленки. Дождичек даже не расстраивает, а как-то даже радует. Ну, в общем, царюем. Кроме таких нужных вещей. Ух ты, какой шатер! Сообразили, молодцы. Это массеть была с
улице машины. Это второй расчет наш БМ-ки. Защитный чехол это был, приспособили под навес. Кроме палаток и всего остального привезли еще и жратвы. Макс, бери плод. Я наелся, спасибо. Ну, короче, заходишь, там плод. О, трактор пригнали, ничего в себе. Да, при такой, как в Луганской области, где мы сейчас находимся мы, ну, в районе города Новоайдар, при такой земле, как здесь, железобетонная, какая-то суглиница, окоп копаешь на одного человека 3 дня, трактор это просто, я не знаю, как спасение. Половина расчетов на выезде, мы в меньшинстве, настроение бодро-праздничное, условия просто царские. По сравнению с тем, как мы по зеленкам ныкались еще день назад. Ну, в общем, где-то так. 7 октября 2014 год, 7:28 по Киеву. Спасибо. Спасибо. Так, забросили меня в расположение минометчиком. Встретили гостеприимно, так что и уезжать не хочется. В общем, вчера довольно крепкий был тут обстрел, это близ города Счастья, ну фактически на въезде в город Счастья. Дымовая завеса от горящей неподалеку мусорки. Ну, в общем, еще один день. Уже сегодня 2 месяца с призыва в армию и месяц как пребываем в зоне АТО. Так, сегодня 14 октября 2014 год. Спасибо. Мы в городе Житомир. Переночевали на вокзале, что, конечно, много комфортнее, чем в окопе. Работники вокзала показали себя просто чудесно. Нашли нам какие-то чаи, печенья. Купили еды, хотя мы уже отказывались. Даже деньги, по-моему, какие-то собирают. Ну, в общем, гостеприимно. Едем аж за Львов. 16 октября 2014 год, в лесах под Львовом подражает меня обилие грибов. Просто как услано грузди, это что-то такое. Воскресенье, 19 октября, 19:10, около 15 по Киеву. Выезжаю из Львова в АТО. Какой это раз был? 5. Бронежилет 20 килограмм. Вот такая картина на посту. Автомат туда положил я, туалетную бумагу кто-то до меня. Сейчас я посмотрел, подумал, какое это может произвести впечатление. В общем-то, на самом деле не настолько страшно сидеть на посту. Сегодня у нас 6 ноября 2014 год.
смешная канонада. Вот не знаю, будет ли видны трубы ТЭЦ города Счастья. В общем-то, вся съемка затевалась ради этого кадра. Вот оно, до счастья. Вот. 10 километров. Сейчас надо еще раз перекидывать угол. Да, угол, блядь, чтобы так сюда перекидывать. Потому что твоя лажа какая-то отсюда вижу. Сетиву стрелять. Это пошли разрывы второго залпа. Разрывы. Очень долго летят. Но видно, они под большим углом к нам, под тупым. 39. Так, 19 ноября, 14 год. 10.30, где-то 10.40 по Киеву. Вот это мы приехали вчера на 15 минут, торчим вторые сутки. Слился. Товарищ. Это разведка. Он так и думал. Разведка, нормально. Прячется в складках местности и собственных. Не все дожили до вторых суток, конечно. Нормально. Вон у нас ведро меда есть. Хорошо на львовяне тут рядышком подогрели жратвой там. Чайком. Великий праздник. День артиллерии. Это дуже великий праздник. Я считаю, что охуенно. Да. Все хуже, чем день ВДВ было. А ВДВ это не вгадывается, кореечка, настоящая кореечка, на ребре, не то что грудина, а ребро. Праздник такой же, блядь. Ой, блядь. Надо это видео послать жене, потому что она все время интересуется, как я питаюсь. И она пьет, так скажи, каждое утро. Чтобы было понятно, что я питаюсь лучше, чем дома. Подожди, подожди, я, блядь, сниму, блядь. Да он Вока снимает. Я сниму, блядь, еще. Тёма, бусоль собираешь? Двадцать седьмое ноября, 14 год, 7:31 по Киеву, после ночных стрельб.
Так, пачку для масштаба положил. Вот такая картопля. Курение бывает. Ну, с такой картошкой тоже, кстати, убить можно. Так. Какое сегодня число? 29. 28 ноября. 14-й год, близ города Счастье. Антошка, пойдем поднять картошку. Так, только предохранитель не снимаю. Третье декабря 14-й год. Близ города Счастье. Декабря 14-й год. Это наша первая из четырех кукушек. Пост, круглосуточный пост, где мы круглосуточно бдим, когда идет обстрел через букву З. Так. Температурка сегодня была минус 19 с утречка. Сейчас, наверное, минус 17. Не надо, подумаешь, что ты сдаешь. Так, вот там вторая кукушка. Зачем потом? Прямо сейчас. Там у нас Новый Айдар, там у нас город Счастье. Вот это у нас вот уже готовы. Посмотрите, кто это спит. А кто это? Разведка, блядь. Ну, его вообще не видно. А ну ближе посмотри на него. Храпит. Молодец. Это сегодня у нас 8, да? 8 декабря. На машину. Привет, инопланетяне. Ну
Все, хватит. 11, по-моему, декабря, 14 год. Надо посмотреть. Да, 11. Подвезли нам еду. Полнорационный комбикорм. Щедро ныло. На что мы жалуемся, не понимаю. Так, сегодня 8 января, 15 год. 7:15 по Киеву. Вон там у нас встает солнце. Там у нас садится луна. Заходит луна. Трубы Луганской ТЭЦ в городе Счастье. Но больше всего впечатляет температура на градуснике. -29. Января 15 год. Заканчивается наше дежурство. Дежурство прошло спокойно. Сейчас возвращаемся на базу без происшествий, без стрельбы. Уже греем машины, должны с минуту на минуту выезжать. Так, это мы находимся в Луганской области. Ближе всего отсюда, наверное, город Счастье. Января, 15 год, ежедневный выезд, еженочный, вернее, выезд на дежурство, комбат. С 4 вечера до 6 утра. Лупим по огневым точкам противника. За сегодняшнюю прошедшую ночь с 6 позиций отстрелялись. Итак, ночь за ночью. Маленько поддостало, честно говоря. Мы там в яру. Рома, если там останется. 26 января, 15 год. Опа! Садимся. 30 января, 15 год. Да, сейчас там. Рассвет над городом Счастье. Ты цифру еще повтори. 17:46. Зажимаю опять стрелку, потому что это большая разница. Было 56. Ну вот как только что мы делали, повтори эту процедуру. Рассвет над городом Счастье.
эта резкость никак не уловит. Так, сегодня 3 февраля, 15 год, 9.01 по Киеву. Срок Тимка пообещал весну через 6 недель. Меня интересует вопрос, а что у нас сейчас, как не весна? Ну и заодно армейские будни. Отработали 6 февраля. Год, 12 часов по Киеву. Вот это мой блиндаж. Постель, рабочий стол. Масхалат. Каремат. Каремат автомат. Еще места мало, но времени я здесь провожу не так много. Все у дома, из дома ничего. Гена, ты все попутал. Разминируют по-другому. Разминируют по-другому, говорю. 12 апреля, 15 год, Пасха. Практически безветренное, абсолютно безоблачное утро. Прекрасная возможность снять город счастья. Наша позиция. Луганская ТЭЦ. Эту позицию ребята из 80-й бригады назвали Олимпом. Но поскольку на Олимпе, как известно, живут боги, в богов я не верю. Не верить в себя я отказываюсь. Поэтому мне это ближе как домик Карлсона. Веселая гора. Поселок Веселая гора.
Ну, непосредственно город счастья. Виды просто прекрасны. Нетривиальное место наблюдения. 14 апреля, 15 год, 13.01 по Киеву. И это у нас, наверное, единственный случай подметания лесополосы. Претендуем на книгу рекордов Гиннесса. Коля, можно тебя попросить? Я уже снимаю, как я это самое, на нарды отпиливаю. Вот это вот, держи. Посвященных, это крышка со снаряда града с его носовой части, в которую вкручивается взрыватель путем нехитрых шайбы на нарды, да? Нехитрых движений, нехитрых усилий. У нас получаются шашки для импровизированных нардов. Ну, потому как голь на выдумке хитра. Пробовал сначала топором, надрезал. Как на стеклорезе, как с помощью стеклореза пилкой, но откалывать не получилось. Отпиливать ветки очень даже неплохо получается. Вот такое нам привезли сало. Вакуумная упаковка. Спасибо волонтерам. Только когда привозят сало. Сегодня у нас 15 апреля. 15-й год. Ну, чекай, он, знаешь, такой? Держи. Сейчас я его погоню. Тут еще один. Белка. Как белка. Да, бурундучка. Вон он. Вижу, вижу. Ты мой золотой. А ему что делать? Да они же там любовные игры устроили. Ебут, например, на этой игры. Так, это у нас что сегодня? А ну, пойдем посмотрим. 20. Какое у нас сегодня число такое? 24 апреля. Подожди, он где-то побежал. Там сверху. Двадцать 28 апреля. 15 год. Луганская ТЭЦ. Мая, 15 год, 19.42 по Киеву. Зазеленела посадочка. Мой блиндаж
проветривается. Завтра у меня дежурство на ТЭЦ. Сегодня дежурство заканчивается на градах. Завтра в 12 начинается на ТЭЦ. 15 мая, 15 год. 5.05 по Киеву. Дело движется к дембелю. Мой блиндаж напоследок сниму еще разок. Мая, 15 год. Вот это радуга. Так радуга. Удобная штука смартфон. За отсутствием зеркала и бритвы пользуемся машинкой. Тёма, давай тактические очки, а то мне это самое, волосы. Глаза летят. Я шучу, Тёмыч. Пионат Панарда. 19 мая, 15 год. 19.14 по Киеву. И сейчас процесс создания армейских шахмат. Да, сейчас сделаем. Thank you.
Так, вот это у нас пешки белые, пешки черные, или можно наоборот. Рабочего материала хватает. июня 15 год. Вот такие армейские шахматы только-только закончили. Усилиями всего подразделения. Вон рядышком нарды. Такие же хоум-мейд. Так, 12 июня 15 год. Ну такие получились шахматы. Пока не перекрепил еще. Потом опять вырубается заново, бы надо порисовать горку. Ну, в общем, вполне доволен. Двадцать седьмое июня 15 год. День молодежи. Меня это не касается. Близ города счастья. Восьмое июня 15 год, близ города счастья. Третий день на дежурстве. Я тоже ж хочу снять варево это. На Украине. Вот это чтобы было понятно. Армия дает такое, что выглядит уже частично переварено. Чтоб солдатам было удобно. Сегодня праздничный завтрак. А, сегодня день Конституции, точно. Трубы Луганской ТЭС в городе счастья. Веселая гора. Пресловутая. А вот там на горизонте наши ныне покинутые блиндажи, где мы прожили всю зиму. Месяцев, наверное, 7. С ноября по май.
20 июня. Первая реактивная. В лучших своих проявлениях. Юра, накрой. Домино накрой. Пошел. Комари. Надеюсь, это не призыв был? Не. Хорошо. Прямо на клавиатуру улеглась вот так вот перед этим. 14 июля, 15 год. Ну зачем меня в трусах снимать? А что, без трусов тебя снимают? Ходи пуля. А где еще одна кишка? Конец Донбата, отпиши моей жене письмецо сестрица на войне. Как на войне с мужиком не спится. Голос не жалит, он голос-то живой, встань, милая, с колен, пой, милая, не пой. Отпиши, что я жене, и в огонь, и в воду, на войне, как на войне. 10 дней за год, знаю я коней, лошадей колхозных, на войне, как на войне, не все слезы, слезы, голос не жалей, он голос-то живой, встань, милая, с колен. Спой, милая, мне спой. Встань, милая, с колен. Спой, милая, мне спой. Спасибо, Юль. Большое спасибо. Очень большое спасибо. Юля, я записываю на этот самый, на телефон ваш голос. Вы не против? Это Максим. Не, это правда, ну просто я впечатление такое получил, что просто я не ожидал. Я приглашаю вас в гости. Ну, нам как бы надо для начала демобилизоваться. Вы прекрасно поете, вы более чем прекрасно поете, я просто не ожидал. Тогда я считаю, что есть смысл перейти на ты. Спасибо, Юля, спасибо. Ладно, ребят, отдыхайте. Так, сегодня у нас 9-11, что, подожди, 11 сентября. И у нас последний день и даже уже последние часы в армии. Построили вот такую сцену, чтобы нас проводить. С песнями, плясками. Разными безобидными глупостями. Сейчас у нас 12.05 по Киеву. И в 2 часа мы уже должны строиться и по домам. Так что это одна из последних записей армии. Моей армейской военной жизни. Как много горя и печали несем мы в 21 веке. Освобожден мой город счастье, но где то счастье в человеке? В чем виноват, скажи, ребенок,
его глаза от слез устали, его игрушками с пеленок осколки от снарядов стали. Спасая ангела веснушка, мать ищет от бомбежек прятки, сказал дед горько, улыбнувшись: так то ж война, война, ребятки. Айдара, помните, с востоком брата убийственно дурманит, с кровавым рубимся восторгом, все обрекая на заклание. С горы веселой сыпят грады, нет перемирия без власти, и вновь клянутся батальоны, жизнь отдают за город счастья. Спасая ангела веснушка, отправил дочь в Одессу с внучкой, а то война, война, ребятки, сказал дед хмуро, улыбнувшись. Все больше с каждым днем убитых, дома разрушены и храмы, к вам Богородица в молитвах знамением прихожан порадует. Пусть все воздастся по заслугам и олигарху, и бродяге. Укропы стали колорады, мы окольцованы, как птицы. Сейчас 11 сентября, 15 год, 16:42 по Киеву. Все, мы уехали из Счастья, едем на Дембель. Едем по домам. Не верится ни грамма. Ну вот ни грамма не верится, что мы уже дембеля. Мы уже гражданские люди. Хотя еще, а ну на меня поверни. Видно? Да, хорошо. Хорошо. Все, мы едем домой. Как минимум на полгода. До следующего призыва. А я сегодня, я не рассказывал историю. У пацана на вот этом, на вот таком клапане 4 полоски. А, я видел. Видел, да? Я подхожу, говорю, что это вообще за беда такая? Он говорит, это старший сержант.
Я говорю, что одна полоска не годится, вот эта широкая, как обычно. Он говорит, это европейский вариант, а там еще есть такой. Я говорю, да не рассказывай, я через два часа уже оно мне не понадобится. Он говорит, ты что, на дембеле? Я говорю, да. Он говорит, везет вам, пацаны. А я второй раз, блин, здесь. Я говорю, что, за эту войну? Он говорит, да, я во втором призыве был, дембельнулся, сейчас ну, меня опять призывают. И вот стоял человек перед столовой, да. Ну, в общем, раньше, чем через полгода, я думаю, мы туда не попадем.